Ну, вообще, я очень люблю участвовать в таких благотворительных концертах, потому что это как бы гражданский долг. Мы свой проявляем музыканту. Не только концерты, где нам платят гонорары, хотя у меня пока не так много таких концертов, но в то же время, мне кажется, обязательно нужно играть для людей во имя каких-то идей, вот, в том числе памяти павших наших героев, памяти ветеранов. Поэтому я очень поддерживаю идею таких концертов. И сколько благотворительных концертов? 3-4, немного. Но я в Железногорске? В Железногорске, наверное, 2 или 3. Я точно не считал, ну, так как у меня еще не такая развитая карьера, я в самом начале своего пути. Вот. У меня не так много опыта, но я очень люблю играть такие концерты благотворительные. Какая у вас конечная мечта? Вот к чему вы стремитесь? Какого уровня достичь? Вот последний предел, чего бы вы хотели достичь? Ну, нет такого предела, как бы конечного. Нужно всегда стремиться выше и выше. Нет потолка, потому что когда только появляется какой-то конечный результат, как ты сам для себя его характеризуешь, тогда и заканчивается творчество. Творчество не должно останавливаться, оно всегда должно идти вперед к новым вершинам, поэтому конечной вершины нет. Ну, ближайшие какие-то желания, какие у меня есть, это то, чтобы я сыграл, например, в концертных залах, таких как Карнеги Холл в Нью-Йорке или Альберт Холл в Лондоне. Ну, то есть те залы, которые делают человека известным всему миру. Какая может быть еще мечта? Ну, традиционный вопрос задам. Какие творческие планы в ближайшее время? Куда, может быть, поедете выступать? Я только что закончил консерваторию в Петербурге, поэтому в сентябре буду поступать там же, в аспирантуру. Это ближайшее творческое. То есть вы уже будете какую-то ученую степень иметь, если закончите ее, да? Когда аспирантуру закончу, да, я смогу преподавать в консерватории. Вы хотите стать преподавателем? Нет, ну это я формально говорю. Нет, почему? Преподавать иногда, конечно, можно и даже полезно, потому что когда ты видишь со стороны, как люди играют, ты очень-очень много для себя приобретаешь, для своего собственного исполнительства. Вот. Ну и вообще я люблю играть концерты. Я живу по-настоящему на концертах. Вы здорово играли. Спасибо. Спасибо большое, что пришли. Спасибо.